Как определить имитацию от натурального янтаря? Вашему вниманию мы представляем бусы длиной 55 сантиметров. Янтарь обладает удивительными характеристиками. Янтарь тонет в пресной воде и всплывает в соленой. Итак, давайте мы воспользуемся здесь пресная у нас. Вода. Пресная вода здесь соленая. Посмотрим, сможет ли наш янтарь всплыть в пресной воде. В пресной воде у нас янтарь практически затонул. Давайте посмотрим в соленую воду. Давайте посмотрим в соленую воду. В соленой воде он полностью вознесся над дном. Итак, это доказывает, что это полностью натуральный янтарь. Да, действительно, это полностью натуральный прибалтийский янтарь, потому что он имеет удивительные характеристики, пластичности. Пластичности. И, кстати, вот помните всемирно известную историю Эврика, как Архимед-то смог определить, в короне настоящее золото или нет? Он тоже воспользовался ванной с водой, но здесь мы с вами проверяем натуральность янтаря. Итак, как же отличить янтарь от ювелирного пластика, от галантереи? Итак, давайте мы в соленую воду погрузим изделие из пластика, в галантерею изделие, это у нас заколка. Что же у нас получится? Она в соленой воде заколка у нас утонула. Вот, посмотрите, наглядно. Итак, если это пластик, то он у нас внизу. Если это натуральный янтарь, то он вверху. Это доказывает, что бусы сердца Мексики полностью натуральные от и до. И мы прямо сейчас перейдем к их презентации. Мы хотим, чтобы вы были уверены в том, что вы заказываете натуральные камни, которые обладают своей собственной, очень мощной энергией. Эксклюзивная цена за бусы сердца Мексики 799 рублей. 400 рублей – это ваша скидка. Не упустите ее. Сделайте все для того, чтобы себя сегодня порадовать. Вот, нет, я не могу даже смотреть на это произведение искусства. Это просто произведение искусства и энергия двух планет. Это энергия Солнца и энергия Венеры. Да, эффектное готовое решение у нас. 799 рублей эксклюзивная цена, скидка 400, и вы получаете украшения, которому будут завидовать все, украшения, которые вы будете с радостью надевать хоть каждый день. Кстати, на Татьяне используется двойная нить, то есть мы взяли бусы сердца Мексики, их переплели между собой, и у нас получилась вот такая вот композиция. Это первый аргумент в пользу покупки двух бус сразу. Да, это первый аргумент. У нас есть еще. Наша модель Татьяна составила блистательное янтарное ожерелье. А так как эти бусы имеют винтовой замок, если вы покупаете две ювелирные модели, при помощи винтового замка вы сможете их объединить и создать бусы длиною 110 сантиметров. Это уже великолепная длинная модель. Я хотел бы подчеркнуть, что Татьяне я бы рекомендовал декольте с вырезом в форме буквы В. В, да, V-образный вырез. Итак, у меня сейчас на ручке, вы видите, эффектная, выложенная наша бусы сердца Мексики, практически колье. Вы видите, что каждая бусина обработана самой природой. Александр, правда, вот ни одна бусинка не похожа на свою соседку. Они абсолютно разные. Ну так мы закончим эксперимент, если мы берем две пары бус. Вот смотрите, сколько у меня здесь представлено. Что нужно сделать? При помощи двух пар бус мы смотрим на замок и соединяем два элемента разных моделей. Закручиваем. И у нас получается двойная нить. У нас получается длинная вот такая вот нить. Давайте мы сейчас покажем, Александр, я подниму. Вот видите, мы соединили двое бус. У нас получился вот такой вот длины 110 сантиметров. Посмотрите, нет, и сколько у нас там, 110 сантиметров. И вы получаете, если вы покупаете две пары бус, вы получаете вот такую длинную нить, которым вы можете сформировать узел. Это янтарь – это ваш маленький женский помощник. Кстати, не только это может быть длинная, допустим, нить, это может быть также красивое эффектное украшение в виде браслета. Вот у меня здесь, напомню, две пары бус. Вы посмотрите, мы их просто соединили. Александр, это бесконечная нить просто. А я хочу вернуться к тому, что как специалист по астрогемологии, в первую очередь я рекомендую данные бусы с маленьким натуральным прибалтийским янтарем для тех, кто только начинает свое знакомство с этим природным материалом. Если вы никогда не носили янтарь, начните с этих элегантных бус сердца Мексики, потому что каждая бусинка
минимально, имеет минимальное обработку. Да, это действительно природа, сама природа здесь выступает в роли ювелира, и она сделает эффектными, красивыми ваши бусы. Ведь ничего красивее, чем настоящего, не существует. А это настоящий натуральный янтарь, и мы видим сейчас его качество, его свойства. Итак, что приносит янтарь с точки зрения астрологической гемологии? Счастье, здоровье, интуицию, деньги. И это еще не все. Мы продолжаем дальше. Профилактика заболеваний щитовидной железы. Улучшает работу почек и кишечника. Помогает при болезнях суставов. И этот солнечный камень, который является буквально панацеей от всех недомоганий. Если вы живете вдалеке от моря, если вам не хватает солнца, если вам не хватает чистого воздуха, соснового воздуха с йодом, солью, который обладает прибрежные зоны, вам нужно срочно заказать янтарные украшения. И у нас их сейчас в большом количестве. Вот, например, я выбираю сразу две нити за 799 рублей и рекомендую всем все-таки один раз заказать, но лучше заказать сразу две или даже три себе и в подарок. Серьги Орлинда серебряные тоже мой выбор на сегодня, на сейчас. И посмотрите, пожалуйста, что у наше ожерелье может быть достаточно длинным, если вы соединяете сразу две нити. Это очень важно, потому что сейчас зима, Александр, мы носим одежду и очень часто поверх одежды выбираем носить вот такие украшения, длинные достаточно, да, которые подчеркнут вашу изысканность. Да, любое длинное ожерелье всегда подчеркнет, сделает вас стройнее на несколько килограмм. Вы соединяете две длины 55 сантиметров, получаете длину 110 сантиметров, завязываете маленький узел и формируете свою фигуру по вашему усмотрению. Ну, в любом случае, она будет прекрасна, ведь правда? Итак, сегодня у нас чудный, волшебный день, посвященный янтарю. Мы хотим, чтобы у каждой нашей телезрительницы в шкатулочке было теплое, потрясающе нежное, медовая нить этих бус. Бусы сердца Мексики – это натуральный янтарь, мы это выяснили в прямом эфире, не пропустите.